Вот, братва, это вход в Петропавловскую крепость. А вот здесь вот... А вот здесь народ купается, плескается и все прочее. Раньше на этот луг вытаскивали солдат, провинившихся, и пороли их шпицрутанами. А сейчас вон люди уточек кормят. Вон остатки старых кнехтов деревянных. Вон какая-то барышня с цветами ходит. А вот это сами ворота. Ну, то заходить пока не будем. Троицкий мост, только с другой стороны. Вот это, пацаны, план Петропавловской крепости. Я не знаю почему, но почитать в Википедии, тут что-то очень много всяких скульптур зайцев. Кругом тут зайцы. Везде тут что-то какие-то зайцы, зайцы, скульптуры зайцев. Может, и заячий остров какой-то, я фиг его знаю. Сейчас полазю, посмотрю. Ова, я. Эхо. Вон сама Петропавловская башня. Все как прям в учебниках истории. А вот это, пацаны, Великокняжеская усыпальница тут. Вон там еще внизу какие-то склепы. А вот это вот сама Петропавловская башня. Прям громадная. Братва, я тут шел-шел, смотрю, тут какая-то заседальня. Все люди идут, а потом там садятся и заседают. Заседальня, короче, какая-то. А вот это вот монетный двор. Всю жизнь хотел посмотреть, где монеты делают. Так вот делают их вот здесь. Кто у тебя будет на каждой локации ждать? Вот он, колокольный звон Петропавловской крепости. Флаг Петропавловской крепости. Пацаны, обратите внимание, вот это, ну вы уже, наверное, догадались, это вагон-туалет, длинный-длинный вагон-туалет. Вот если бы у нас по Орлу гонял такой длинный-длинный вагон-туалет, было бы очень круто. Пацаны, чудеса цивилизации. Чудеса, чудеса. Вагон-туалет. Вообще вещь. Кто придумал, молодец. Офигенски все. О, здесь тоже труба. Да здравствуют рабы трубы. Петропавловская крепость довольно-таки обширная. Здесь серьезный гарнизон стоял по ходу детства. Ага. Во, сейчас пойду в Нарышкин бастион. Трубецкой бастион. Комендантский дом. Так, а это что у нас такое? Пойдемте посмотрим.
этот бастион по ходу пьесы. Пацаны, смотрите, судно на воздушной подушке. А вот это вот Доброкатер. Я бы хотел бы жить на Доброкатере. На Доброкатере прикольно жить. Правда, не знаю, как здесь зимой. Ну, довольно-таки прикольно. О, впереди какой-то трехмачтовый брик. Пацаны, вижу офигенский ресторан. Вот бы круто было бы там зависнуть в том-то ресторане. Ресторан хорош. Ой, чудо-ресторан. Красив, зараза. Прям хочется туда проникнуть и замутиться там. А он из тех пушек внизу. Льется пиво в него. Хотя, возможно, это туалет. Летучий голландец, он там написан. Непонятно, то ли это летучий голландец, то ли Магадан. Шхуна без названия. Хот-доги. О, пухущий лев, который хочет свалиться в Неву. Прыжки. Пацаны, в 1703 году вот этот корабль сюда пришвартовался. Как здесь начали все куролесить. И он тут, короче, так и остался. Так и стоит по сей день. Вот сейчас мы по мосту. Ну все, всем желаю добра, мира, успехов в личной жизни, а также порядка в семье. Пока, пацаны!